В рамках 53-й спартакиады «Олимпионик 2018» стартовали соревнования по баскетболу среди юношей, учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Люберцы. За ходом игры наблюдал наш корреспондент. Гимназия номер 16 городского округа Люберцы стала одной из площадок для зональных соревнований по баскетболу среди юношей. Здесь за выход в финал боролись 5 команд. Вы знаете, очень сильные команды по прошлому году. Это 25-я школа, это первая гимназия. И мы надеемся, что мы тоже не ударим в грязь лицом. Составим достойную конкуренцию. Ребята рослые, ребята высокие, ребята красивые, спортивные. И дай Бог им всем удачи. Профессионализм – главный критерий победителя. Но и удача в спорте немаловажна. На этот раз она была на стороне команды от Люберецкой гимназии номер 16. Одержав победу на зональных соревнованиях, они стремятся победить и в финале. Тем более, что в ее составе есть игроки, добившиеся больших успехов в этом виде спорта. Как Павел Клинов, кандидат в мастера спорта по баскетболу, призер России. Поэтому все ожидания ребят могут осуществиться. У нас была определенная тактика. Сначала мы начали держать игроков лично, то есть каждый игрок со своим игроком. Потом мы встали зона. 3 игрока сверху, 2 игрока снизу. И это привело нас к победе. В этом году зональные соревнования по баскетболу открыли юноши. Но за ними теперь предстоит игра и женским сборным. За любимую мужскую команду вы сможете поболеть на финале, который пройдет 23 ноября. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.